Завод «Тюмень-Ремдормаш» первым в стране запустил производство изогнутых опор. Раньше для оснащения магистралей их закупали за рубежом, либо устанавливали на дорогах с основной конструкцией. Расширить ассортиментную линейку помог турецкий станок стоимостью в 1 000 000 евро. В ближайшие пару лет предприятие планирует начать выпуск опор высотой более 50 метров. Усовершенствовать хотят и линию продольной резки. И, в принципе, это у нас будет как сервисный центр, то есть мы сможем уже готовые штрипцы продавать, как вот сейчас закупаем у других предприятий, то есть сможем продавать на сторону, помимо себя. То есть обеспечить себя мы сможем обеспечить еще сторонние организации. Сейчас на заводе в смену делают 50 опор и 150 километров барьерных ограждений. Продукция расходится по всей России и ближнему зарубежью.